Эй, братец, Супермен так делает. Братец, куда ты смотришь? На Америку. На Америку? Америка большой город. Супермен живет там. Там много высоких зданий, они такие высокие, впрям до луны. Брат, откуда ты все это знаешь, идиот? Я изучал английский язык. Английский. Эх ты, братец, я тоже кое-что знаю об Америке. Супермен живет там. Хорошо сказано, братец. Супермен говорит по-английски, мы оба должны жить там. Куда ты собрался? За хлебом и водой? Зачем? Да что, Америка-то далеко, а ты сказал, что мы отправимся туда. Идиот, мы не можем отправиться туда. Почему? Там же никого нет. Идиот, у нас нет паспортов. Братец, а что такое паспорт? Паспорт – маленькая книжечка. Там есть фотографии, твое имя, твое отчество, твой возраст. Но у нас нет отчества. Должно быть, а иначе никак. Бежим.